В Львовском сельском поселении прошел новогодний огонек. По традиции поздравления с главными зимними праздниками получили самые активные жители. Мира и добра, счастья и благополучия. Пусть Господь вас всех хранит. С наступающими праздниками. Пусть будет тепло в вашем доме, сытно, пусть будет достаток, пусть будет мир, спокойно. Пусть будет праздник замечательный, скоро Рождество. С наступающим вас всех Новым годом. На вечере подвели итоги уходящего года и наградили достойных. Заслуженные дипломы и благодарственные письма получила талантливая молодежь поселения. Ребята, достигшие высоких показателей в учебе, творчестве и спорте. Не остались без внимания и взрослые. Продолжился вечер приятным общением. Музыкальные подарки присутствующим подарили артисты Львовского дома культуры.